Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края, у себя на хозяйстве. Вот так вот наш сад чувствует себя после зимы. Мы побелили деревья. Почки пока еще не набухают. Но еще пока рановато. Деревья закрывали на зиму в мешки, чтобы у нас их зайцы не поели, не погрызли. И то в том году у нас обгрызали зайцы все веточки. В принципе, все в целом вроде бы неплохо. Посмотрим потом, как себя поведут. Снимем, как почки будут распускаться. Это вот все в том году пооткусывали зайчики. Мы их закапывали, получается. Это с 17 на 18 год. Я их закидывал снегом. И верхушки торчали веточки. Зайцы все сожрали. Вот, и поэтому с 18 на 19 год мы уже стали закрывать мешками. Ну и прикапывать снегом тоже. Вот. Вот тоже как будто бы свежее, да? Хотя все закрыто было. Может, лосяши. У нас тут и лосяши ходят. И кабаны. И зайчики. Вообще надо бы огораживать сад. Надо будет заняться этим вопросом и сад огородить. Так как у нас в том году поехали грибники, все яблоки наши съели, которые у нас были. Даже по одной яблоньке проехались на машине. Благо, не сломали ничего. Вот так вот, в общем, у нас здесь 83 дерева. Ну, мы, получается, вчетвером побелили, я думаю, потратили полчаса на это, так как деревья еще маленькие. И очень много сил это не занимает. Все сделали быстро. Ну, довольно-таки качественно, все хорошо побелено. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока.